Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман похвалил Колби Ковингтона, которого он победил единогласным решением судей в реванше на турнире UFC 268. «Очень сложно не потерять голову, когда ты потрясаешь соперника подобным образом», сказал Усман на пресс-конференции после UFC 268. «Но я знал, что он сделал свою домашнюю работу. Ковингтон перешел в хорошую команду. Эти парни из MMA Masters – хорошие наставники, и я знал, что они его отлично подготовили». Ковингтон оставался очень сдержанным, хорошо контролировал себя. Он пытался не ошалеть, потому что я бы нашел свой удар и уложил бы его. Я уважаю его как соперника, он второй в дивизионе после меня. Меня не удивило, что Колби вернулся в бой на поздних раундах. Как я уже сказал, он отличный соперник. Я понимал это, мы оба это знали. Так что я не удивился. Я оставался сдержанным и слушал своих тренеров. Я очень хотел вынести его оттуда. Я начал чувствовать себя гигантом. Я был словно танк, который хочет его переехать. Но я понимал, что в этой игре главное использовать свою психологию. Ведь физически мы оба были готовы. Я сохранял выдержку и сделал свою работу. По словам Усмана, он не огорчился из-за того, что не смог победить Ковингтона досрочно. «Нет, я не чувствую разочарования», – заверил чемпион. «Этот парень очень жесткий. Ты можешь быть великим, но всегда найдется человек, который заставит тебя попотеть. Ковингтон именно такой парень. За пределами октагона он не нравится большинству людей, включая и меня. Но нужно уважать его как соперника».